Как ESL Pro Лиги 7 сезона, с вами студия Рухаб, Слепсамайл и Мингат на проводе, и да Инферно, наверное, немножко получше, все-таки карта должна быть для команды Dignitas, опять же, чем Декэш прошлый, на котором играли Ренегейтс, но все еще может быть совсем иначе. Юстила здесь очень много послушал, возвращается к своим ребятам на Апленте и будут пытаться принимать. Попытка будет. Всем еще раз доброй ночи. Ребятки, врыв на ребра от команды Dignitas. На больших песках Нифти. Есть также хелпе у Стила. Зарастает голову одного из оппонентов. GKM на хелпе также. Но Вольтаж находит размен по GKS. GKM ничего не боится. Врывается с арки обратно. Но это 2 риф 3. И Б-план полностью открытый для любых действий команды Dignitas. Они еще и с плитом тут заходят. Прочекают абсолютно все. Хотя могут при этом времени потерять, пока будут чекать руины. Хотя руины... На руины забили вообще. Нет, вроде пропрыгнул у нас там игрок атаки. Ну и теперь Азе погибает тут же. Вольтаж воюет очень опасно. Но одна, вторая, третья голова отлетает. Квадрокилл для Вольтажа, который все никак не может угомониться еще с прошлой карты и просто отвешивает оплюхи всем, кому только встретит. О, да. Ну что, и затем Dignitas. Все-таки первый пистолет на раунд. Вольтаж большущий молодец. Круто сыграл. Здесь, ну, реально очень-очень приятная стрельба получилась. Но от Ренегейтс 4 чешки плюс USP. Может быть, вообще-то получится. Ну-ка, а в упоре? Ну-ка, так. А еще одного? Не получится, да? Нет, не получится. Две чешки остается. Это все еще, если честно, убиваемо, но только в расстоянии бы поближе, да, а через малый, наверное, их не пустят, и, ну, в таком случае уже надо отходить назад, да. Ну, вариантов, конечно, маловато, да, нет арморов, но чешки будут полезны, плюс два смока, и на этом можно будет сыграть не менее интересно, тем более, что в этом раунде, конечно, только одного получилось забрать, но, может быть, пропрутся ребята из Ренегейтс. Следующим. Сейвится на точке Б. Для Team Dignitas пока что начало неплохое, хотя это было и на карте Декэш. Взяли пистолет, взяли форс, взяли анти-эко. Ну и потом, как мы помним, отдавали девайсные один за другим. Вышли в преимущество Ренегейтс, которые они просто-напросто уже не отпустили. Ну и теперь просто сейв на точке А. То самой позиции для Team Dignitas нет. Кому прислать хаешку в этой точке, да и в принципе бомба стояла не на дефолт, а где-то очень глубоко в планте, поэтому дэмэджа нанесла немного. Пока что 0-2. P250 для АЗР, остальные двое товарищей Нифти и Стила будут с юспами. Плюс два смока, плюс кевлар от ЖКМа. Так, два смока. А кстати... А между прочим, а может быть, в плане того, что попробуют B-Plant, как мы видим, усилить и закрыть Upland смоком. Но ЖКМ под Б на данный момент находится вместе со смоком, то есть обновить смок пода не получится, здесь только один GKS. И что насчет Team Dignitas, то есть поведутся или не поведутся, потому что пока что все пода не А. Не они поведутся, GKS один. Будет умирать здесь он один. То есть вариантов у него вообще практически нет. GKS говорит, ребят, ну тут очень много народу. Но он за сеном. Ой. Эх. Ой, вам сдержись, какая бытье. Вы что творите вообще? Что? Что это такое было? Ну, он, конечно, посидел очень хорошо. В итоге через мидл пришли ребята. Еще двоих убили, что уже, да, по сути, цель третьего раунда, по большому счету. И ЖКМ украл калаш. А ведь еще могут попытаться пойти выжившие без данного девайса, но, правда, остается только один у Стила со своим юспиком, который тоже хочет найти что-то вроде калаша и с этим дропом прорваться в следующий раунд, уже в девайсный. Но кажется мне, что нет. И так слишком сложно, даже если выйдут спиной, может не получиться, потому что разворот на 180 и безарморный. У Стила может, конечно, дать даже хедшот, но нужно будет давать еще один, а это... Большой риск и большая удача, на самом деле, потому что оппонент вертится, когда получает по голове, да, как не в себя. И взрывается Рока, серьезно? Как так-то получилось, что он засейвился на нычке и вроде как бы засейвился, но погиб. Не рассчитал игрок за атаки и потерял свой девайс. Теперь хватает только на Галил, хотя была возможность купить калашников, но что-то пошло не так. Что вообще произошло? Неаккуратно просто играет очень сильно. Очень-очень неаккуратно. Ренегейтс закуп.
В четвертом раунде под флешку очень красиво все. Хэм, правда, уж бан получает, но это даблкил с калаша того самого засейвленного со стороны защиты. То есть этот калаш похоронил на самом деле практически, окей, практически похоронил раунд для команды Dignitas сейчас. Ну и такое случается где-то очень неудобный. Враг, который просто носит твой калашников, и ты такой, нет, только не калаш, а получается как всегда. Мич находит фраг по устила, 4 в 3, там по-прежнему биты джекаем, но нефти снайперская винтовка, можно попробовать зайти на плент, смог, еще флешки, просто щедрые игроки команды. Атаки на флеши раскинули практически все, нужно попробовать отойти, эту Z наказывают Азера, нефти не видит прицел никого, хотя там Мич, и Мич тоже не видит, это какой-то one-way смог для каждого из оппонентов, сейчас развится смог, и по-моему Мич кого-то накажет. Мич выходит на перестрелку, нефти до сих пор еще не понимает, где, кто, зачем и как, но и все-таки на малых песках нефти вроде как-то пытается отсейвиться, но что-то идет не туда. И Грим здесь же на библиотеке видит одного, провожает и... Ой, как бы сейчас могло получиться. Нефти сейвится, нефти все-таки погибает, если это последний GKS, который со своим калашом раз нет, получает по голове. Трое выживших, эта ситуация была 3 в 5. Женя уже похоронил команду Dignitas, но ребята, не потеряв после этого никого, просто берут и выигрывают раунд. Да, и что-то Ренегейтс берут и отпускают раунд, вот что... Что-то как-то не очень здорово. Но не дефолтные пистолеты от команды Renegades в таком случае будут. И да, Team Dignitas все-таки на Инферно в сложных ситуациях показывают больше интересных вот вариантов, да, и по стрельбе, и помимо всего прочего. Опять же, и по всему прочему неплохо. Юстила ловит что-то в жбанчик прострелами, отходит назад. Ну, с учетом стенок, опять же, тратит всего лишь пол хп, хотя без армора могло бы быть вообще-то и больнее. К слову, там местами, если очень совсем бы здорово залетело, и 2-3 раза подряд мог бы и похорониться здесь. Но нет. Азер. Ходит, колобродит. Вот это вот хорошо. От Азера вот это реально очень хорошо. Сносит лицо человеку, уходит назад, его сейчас убьют. От Роки будет отъезжать, и еще и Мич делает свой килл, нефти в смог попытается сработать, но опасно, потому что непонятно, выбегает, но удачи не получается. Просто нам приз показывают все погибающие килла, которые просто уже падают на землю. Он так ловит тонкие моменты, когда просто уже происходит фраг по этому человеку, что кажется, что он делает это специально в какой-то момент. Ну и GKS последний с чешкой, с маком, шанс найти хотя бы кого-нибудь. И снова унести калашников, но не получается. Слишком далеко находится оппонент, слишком далеко погибал игрок атаки. Хотя GKS через ковры, возможно, и попробует пройти в апартаменты и найти для себя тот самый девайс, возможно, даже кого-то закрыть. Но это не точно. С какой-то стороны может показаться, хотя вроде бы мчится. Опять же, в той самой позиции сейвится Team Dignitas в очередной раз. Бомба стоит снова не в дефолте, а где-то глубоко в пленте. А вот он и калашника. Ать, и все, и побежали. Хотя получил после взрыва довольно много дэмэджа, целых 65% отлетело. Но это опять же без армора, плюс второй радиус действия бомбы. Точнее, взрыва бомбы. Посмотрите на фраги команды Renegades. Устила и нефти 0-4, 0-5. Вот 5 раундов прошло, а ребята даже никого еще не понюхали. Согласен, не получается. Не получается. Да и эти, как бы, 1-3, 3-5, 4-3. Вот GKM у него единственного больше единицы КД. Что облегчение тоже не приносит, однако. 3-2-Б от команды Renegades. Вроде все по стандарту, но пока с защитой, повторюсь, большие проблемы. Будем смотреть. Прострел от команды Dignitas. Но в этом плане вот реально на The Inferno им реально местами очень сильно поприятнее, да? То есть вроде все стандартные позиции, но все как-то чинно, благородно, уверенно, размеренно, да? То есть как-то... То есть они умеют это делать. Возникает ощущение. Это хорошее ощущение, это приятное ощущение. И есть какая-то уверенность в том, что... Ну вот они выходят, да, например, где-то здесь пода, и сейчас будут думать, заходить, не заходить. И при этом есть ощущение, то, что если выйдут, у них может получиться, причем как бы в большем процентаже, чем, например, на Декэше, да, когда они выбегали, и непонятно, да, больше как раз не получится, чем получится. Вот, и здесь ребята, ну-ка, сплит на Б, через арку, через 15, вот это нормальная тема. Можно даже еще на КТ задержаться, на самом деле, и все равно потом назад на А пойти. Люркера пода оставляют, вот о чем я говорю. Круто, блин, на Декэше такого не было.
Ну, видишь, сейчас у Team Dignus уже шансов на то, чтобы остаться в Visor Pro League. Нет никаких, у них только три карты остается, и ребята просто берут себя в руки и показывают то, что нарабатывали, возможно, где-то на браках, на каких-то матчах. У нас 5-0. Вновь раунды команды Renegades, такое было на ДКШ, притом довольно часто, что пятеро выживших, четверо выживших, там трое выживших, но при Renegades были постоянно Renegades, что за атаку, что за защиту. Но накопили себе снова много денег. Team Dignitas там 12 тысяч у A2Z, 12-ка была и у Митча, и у нас Шиноби. Да, вылетал, теперь возвращается и снова покидает игру. Мы будем ждать тренера команды Dignitas, как-то вот... Я думаю, что как тренер он себя в команде, наверное, показывает, но сам Шиноби по себе не особо прям запоминающийся игрок, который был в команде то ли... Подожди, где же он был-то? Чтобы опять же вспоминали, это, по-моему, была то ли команда Ghost, то ли где-то Misfits, возможно, что-то вот из того дивизиона, опять же. Ох, так, наверное, сейчас я не вспомню, если честно. Но... По поводу Dignitas, правда, конечно, молодцы, но вот Renegades все-таки взяли свой первый раунд здесь. У них получилось это сделать. И опять же, тут очень важный момент, и до сих пор, да, очень важные вопросы состоят в том, что это случайность для команды Renegades, случайность в том плане то, что они еле-еле это взяли, или сейчас они такие, ага, типа пацаны вот так играют, мы сейчас будем делать стрик. То есть, вот это вот все еще вопрос, собственно. Шиноби переподключается, поэтому сейчас пауза будет снята. И надо сейчас очень внимательно посмотреть, какие еще есть идеи у команды Renegades. В принципе, до Инферно карты вообще-то несложно, это явно не Данюк. То бишь, тут идеи все... Да все уже всеми опробованы. Больше даже в исполнении. То есть, песни как бы знакомые, да? Ноты в песнях все знакомые уже, все... Все перепели, это главное, исполнители просто разные, разного качества, разного уровня. И посмотрим за Renegades, потому что Dignitas, да, умеют, да, да, на атаке хорошо в целом. Единственная проблема, что как сам коллектив, они все еще местами очень сильно не вызывают доверия, потому что вот кроме того, что они умеют, у них не получается... скажем так, очень широко интеллектуально отыгрывать вообще, да, то есть если какие-то недефолтные позиции, они их вообще не чекают в принципе физически. Вот в чем проблема. Нифти открывает счет для своего коллектива. Есть энтри, и Renegades снова, по-моему, со второго девайсного попытаются ворваться в этот пик, потому что, да, отпустили довольно много, и Dignitas сыграли довольно здорово, но сейчас Renegades, опять же, мне кажется, построились под стиль этой команды на следующем уже пике, на следующей карте, и будут просто щелкать ребят по КД, вроде флешка на точку Б полетела, и собирается Team Dignitas выйти на бананы, дальше занять какой-нибудь кайфель, тут уже Рока... на 90 тусуется и готовится раскидка на точке Б. Но это по-прежнему попытка выйти на точку Б. Тем более, что хелпа будет быстрый от Нифтин с снайперской винтовкой помчиться в сторону сети. И оттуда уже будет отрабатывать. Пошла раскидка, времени 45 секунд. Там флешки, еще молотов, еще раскидочек. Куча! Сейчас джекаем одного. Тут будет хоть вольтаж пропустить по голове. И Митч... Нет, это был грим. Прошу прощения, дает ответочку. Отличная флешка влетает от снайпера команды Renegades. У GKS тут же хролинт обоих. Это второй для Renegades. И по-прежнему только один фраг для Team Dignitas. И вот он второй. Тот самый, о котором я говорил. О котором я тут лиричествовал. И все получилось. Да, то есть шутка состоит в том, что все получилось. И B-Plant красиво под флешки был принят, и выход на B-Plant от команды Dignitas не состоялся. Единственная проблема, то что они выигрывали все подряд, и, соответственно, у них все еще были деньги как раз на этом раунде закупиться. Опять же, КЕшки не принесли успеха на банане от команды защиты. 3А2Б стандартные линии гады стоят. Сейчас, на данный момент, мидл закидывается, опять же, стандартным молотовым под аплентом, но при этом Dignitas особо никуда не двигается. Ву, не, двигается, вру. Рока опять, так же, как и на ДКШ. Солянова поджал, Солянова умер. Это случается.
Ведь в очередной раз на девайсах команда Renegades дает энтри, дает еще один минус, без разменов действует Team Dignitas. И да, были прикольные раунды, 3 в 5, разыгровочка от дюгов, но сейчас такого может и не случиться. Нефти ждет, получит сейчас смачок, но Нефти решает сыграть сейвово. То есть смок есть, но вроде как бы это не на арку, поэтому с арки можно также сыграть, либо посмотреть сити, если туда вдруг пойдут игроки атаки. Тем более, вроде дают пятнашку, но сами не идут. На арку, GKM ждет, снайперская винтовка также не дремлет. Будет сложновато пройти, даже если запустить игроков на плент, то там также два опорника, которые могут и как бы навешать тебе. Там еще флешка от Нифти может быть, не ожидали здесь почему-то грима, все-таки дает размен у стила, дает также второй фраг, вольтаж последний, вольтаж сейчас будет тыкаться в Нифти, и такой, подождите, ага, GKM там, я думал, что это Нифти развернулся, и как-то вот, не поняв, что произошло, почему в него тыкается дуло другой снайперской винтовки, сейчас какая-то капа прайд в чат пойдет. Три фрага от команды Renegades, может и пойдет, почему бы и нет. Это не случайность теперь, да? То есть вот я все намекал, да? Renegades теперь останавливают атаку Team Dignitas. И, кстати говоря, для Dignitas это, в общем и целом, плохо, да? Потому что, когда закончатся идеи, что делать-то в итоге? 3А2Б. В полуподжимной, кстати. Да, то есть Renegades чувствует уже больше свободы. Они такие, давайте рискнем, а? Давайте мы в кабе вот встанем, такие вдвоем и в зелени. И одного, например, будут ожидать, а второго, может быть, и нет. Это прикольно. Еще поджим банана. Вот это жесть вообще. Ну, а что здесь предложишь команде Dignitas? Терпеть, ждать, пытаться быстро ворваться на плент. Может быть, даже сейчас флешечка есть. Под эту флешку можно организовать выход. Хотя там уже вернулись на опорники, побежали нас ребята. Флешка пошла. А следующий вариант трех защиты на устилы собирает отличные два фрага GKM на толпе. И погибает также Рока 4-5. И ведь за 4 раунда, которые взяли Renegades, погибло только двое игроков защиты. Только двое. Соответственно, денег там куча, докупается только гранаты, 14 тысяч у GKS, если победят в следующем, точнее уже в этом раунде, то также мы видим 16 тысяч на одном, у Стила также может себе там поднафармить, черт, плюс 16 тысяч, ну не плюс, конечно, 16 тысяч, а в общем 16 тысяч, ну и там уже калаши, только одна М-ка из дефолтного бая, соответственно, Renegades опять же заряжен на победу, что-то я снова боюсь за дигов. Есть такой момент, Нифти прячет голову, большущий молодец, потому что мог бы отъехать, но все сделал правильно. Спас себе жизнь этим. Там реально, то есть три пули, и одна бы залетела в голову, и сюда. Но все получилось. A to Z. Нет, не будет смог кидать, не будет закрывать эти позиции. И Team Dignitas начинают, опять же, ломиться через ковры, ломиться через бойлеры. И вот то, что Нифти сейчас промахнулся вот здесь, уже не простят. Слишком далеко было бежать. Да уж, как-то сейчас не получается Renegades отвоевать, подловили усилы, Эзер дает только один размен, на эту Z не прощает, это даже не он, это Рока не прощает, GKM, GKS последний, и эту Z великолепный выстрел. Но сейчас Dignitas сработали по большей части на стрельбу, потому что, ну, какой-то особой идеи ребята не показали, просто вышли из ковров, раздали вещей, и на этом раунд закончился. Это очень быстро, очень да, плохо. Точечно. Очень плохо от Renegades на планте. Максимально плохо вообще по всем позициям, если честно. Малые пески плохо, курилка плохо, не вовремя перевелся как бы плохо. Нифти промахнулся со снайперской винтовки. Плохо стоял далеко, не отбежал далеко, плохо. Ну то есть вот так все совпало, что как бы... Total failure. Блинный отказ. Во, хороший мемчик я вспомнил. Блинный отказ, дорогие друзья, на планте от команды Renegades. Вы знаете, так случается. Это не в том плане, что они вот оп и резко вошли в какой-то вот этот, ну вы поняли, три буквы мод, короче говоря, да? Режим из трех букв. Нет, ни в коем случае. Просто так вышло, что что-то каждый игрок зафейлил вообще все. Ту ответственность, которая на нем была. А получилось, что это все плюс-плюс-плюс, и в итоге ситуация абсолютно полностью провалена, причем выиграть ее было никак, да, то есть просто нельзя и все. И теперь вот 3А2Б по стандарту, опять на плент, наверное, попрутся Team Dignitas, и, кстати говоря, здесь уже, возможно, у Renegades получится гораздо лучше.
Ну вот, наверное, я посоветую команде Dignitas в следующем раунде попробовать разыграть какой-нибудь Fast B выход, чего явно индейцы не то что не будут ожидать, но явно будет попроще. Наверное, тут у Стилы вместе с Эром забирает двоих, третий также падает от Нифти. Это минус 5, и опять же никто из команды Renegades не погиб, вновь никого не убили. Ну вот, вот вам просто пример. Никого. Вот вам пример, да, то есть вот трехбуквенный режим здесь, и тут они такие: ребят, ну в прошлый раз было плохо реально. Даже комментатор говорит: плохо, давайте сделаем хорошо. Да, здесь хорошо получилось. Абсолютно та же ситуация, абсолютно те же игроки. Это нормально, реально, у всех случается заклин как бы мозгов. Боже мой. Включая симплов и так далее. Во, вот теперь Юстила не спасается, да, от башки сквозь вот эти стены. То есть в прошлый раз спасался, теперь уже нет. Это уж точно немножко рандомно, конечно, но бывает. GKS за столбом, нет. Нет, не получается, выплант ответ. Но бомба далеко. Я впитал силу Анатолия Яшина. Я рекомендую раунды, которые работают. Изи. Ебои. Изи аналитика и слот Толика для меня на следующие ивенты прям легчайшим. Ну что, седьмой для Team Dignitas. Renegades будут сейвить свои девайсы, хотя Азер вроде как пытается прочекать и кого-нибудь найти, но вот сюрприз неприятный сейчас будет в лице Митча, который уже будет сзади. Такие тайминги не считаются, это в принципе возможно и не важно. Азер будет последним, Азер против Рокки не отпускает одного, второго даже может получиться не отпустить. Но нет, это из-за цплента, хотя мог бы, наверное, игрок атаки пожить еще. Там могло получиться очень неприятно, если бы смог еще каким-то образом спин зачекать последний выживший игрок команды Renegades. Но у нас бай-раунд, на бай-раунде у одних денег имеется, вторые с калашами прибежали. Но сейчас диги, вероятнее всего, будут играть снова медленно. Это может привести опять к тому, что Renegades против впятером их смогут наказать. Посмотрим. Так, война за банан выигрывается пока что контент-рейстом и закрывается смоком. Дрова, наверное, GKS пойдет или не пойдет, а просто встанет на самом деле на дрова. Нефти. Пум. Прямо в почку. До свидания, почка. Вот агрессивно Нефти. Его затегали, правда, он отпрыгался. Все-таки как-то его отпустили. 5 в 2 ситуация. Практически полностью мертвые. Ну, Нефти опять промахивается, его здесь уже меч не отпускает. Не совсем здорово стреляет снайпер, на самом деле, команда Renegades. Нормально, 15 продавили. Мне нравится, прикольная история. В итоге можно на аплент аккуратно пойти, он довольно ослабленный. Да, если с малых песков зачекать, но Юстила с ковров делает килл раз, килл два. И не такой уж он ослабленный, судя по всему, был. Но сыграли немедленно, сыграли по одному. То есть думал, что сейчас будут так вязко играть, пытаться кого-то вымолить на себя. Но нет, просто пошел один на банан, один вышел там что-то через ковры, второй где-то там еще потерялся, третий точнее. Не оставшись вдвоем, там так что пораздавали хедшотов прикольных, но все равно это никак на пользу не пошло. Бедная курочка. На карте Денферно все, ее никак не мог здесь простить. И снова, по-моему, быстрый выход нас собирается здесь. Полетел молотов, через молотов пашни, насыпал мандикля. Тут один, второй, третий, четвертый, может быть, да, с Юспа. GKS ворует фраг, это мог бы быть квадро, возможно, даже эйс, погибает также вольтаж, 7-7, команда Renegades тащит для себя седьмой раунд, и паритет пока что есть, но это минимум 8 для одной из команд, это и максимум, в принципе, в первой половине. Но. Что можно придумать Team Dignitas сейчас? Играть медленно вновь или попробовать быстрый раунд? Может быть, быстрый под апленд, потушить под собой молотов, который залетит, вероятнее всего, на ковры, и отправить команду Renegades на покой. В принципе, может получиться, потому что быстрого раунда вроде бы игроки Dignitas на апленд не делали. Либо делали, но какой-то типа не девайс. Итак, ЖКМ убивает эту Зеда. И пока что в меньшинстве команды атаки. О, Юстила, ну-ка в упоре. Еще и смог какой приятный. Но тут ребята на шифтах просто мимо прошли. Это прикольно. О, какая ситуация. Это надо смотреть. Ну-ка. Отходит назад Юстила. Закрывает себя в итоге стенкой. Буквально спасается от миллиардов оппонентов на самом деле. Да, ситуации интересные или смешной, или курьезной там, или какой-то крутой не получилось. Но укрепление апланта в 4 лица здесь от команды Renegades. Опять же, закрываются смоками. Не посыпятся через ковры, наверное. То есть ребята просто закрыли эти ковры, аккуратненько выходят. Даже КМ этот Молотов не особо, если честно, долетает. КМ выходит, снимает человека с бомбы, говорит: пацаны, у меня бомба тут, меня, наверное, убьют, поэтому, ну, вы как бы подходите, как время будет, да?
И он в кабе так и стоит, то есть ему вообще нормально. А здесь ЗР уже. И ЖКМ, то есть 3 хп, и ЖКМ живой. И вот эти ковры, меч последний, и в итоге отрестило отлетает просто банально. 5 в 0. 8 для команды Renegades, после счета 0-5 отдали только 3 раунда, забрав для себя, конечно же, 8. Ну и теперь подождем, когда закончится тристаймик, вот эта разминочка между половинами. Ну и посмотрим, опять стоит напомнить, что для Dignitas все шансы на то, чтобы зацепиться на пролиге, закончились. Они были только в прошлой карте, сейчас уже вообще все очень и очень плохо. Тут, наверное, могут выдохнуть некоторые команды, которые на релегейшенах и ждали, возможно, каких-то потугов от команд Dignitas. Но сейчас будем дожидаться того, как Renegades будут укрепляться, наоборот, сами в таблице, потому что им там нужно будет еще добрать поинтов, чтобы, ну, чувствовать себя более уверенно, тем более, что там остается у них, по-моему, 2 игры всего лишь. И, ну, какой-то там 2-3 место, конечно, могут побороться, хотя нет, то и вряд ли. Вот 3-4 для них это будет прям хорошее. Месилова, Renegades сравнивает с землей уже 4 игроков команды Dignitas, а за эту за последнюю у него только Юспик, ну и там трипл для Усилы, который, возможно, для себя еще и квадрокилл. Нет, такого не получается, ну и, в принципе, девяточка. Куда-то Олег пропал. И да, я отлетел. Господин коллега. Мятно божественный не выдержал здесь этого пистолетного раунда от команды Renegades. Естественно, будем Олега ждать, потому что, ну, как же без Олега в конце-то концов, ребята. Ну, давайте посмотрим второй раунд от команды Dignitas. Пока не очень получается, при этом Renegades вполне себе давит своих оппонентов, ибо что им еще делать с 3 твимпами и 2 калашами. Так, ну Dignitas по всей карте, если честно, да, то есть хотя бы на Б-планте есть товарищ, но уже под Аплантом нету вообще никого, совершенно пустой плент. И шутка в том, что Истила, возможно, пойдет и прочекает все это дело, но ему нужна пара. И к нему идет как раз Нифти, если честно, и бомба идет на Аплант. ЖКМ слышит оппонента, фармит себе 600 баксов, и тузет остается последний. Один пистолетчик — это не то, против чего или чего стоит бояться, поэтому бомба аккуратно поставит на А и не поставит. Просто не успеет ЖКМ удвоить эту Зеда. И не делает контрольный в голову, пожалел. То есть видите, какой великодушный парень. Минус Олег уволили. Да не, просто что-то случилось с сетью, наверное. Мало ли. Ну вот. Ну, как раз Олег, между прочим, пишет, что, мол, интернет отвалился. Ну, то есть, ну, все в жизни бывает, опять же. Ничего страшного. Что-то раскопали, строители какие-нибудь что-нибудь раскопали, например. Ну, у него, конечно, не раскопали, потому что это все-таки другие какие-то проблемы. Если бы раскопали, это было бы очень сильно надолго. Поэтому Олег, скорее всего, скоро вернется к нам, и мы все будем рады всему событию. Но вопросы к команде Renegades, которые почти что всем скопом 4 лица выходят на Б. Вот это вот интересно от Рокки, потому что плюху хорошую поставил, прям мощную. И что? Ей ТУЗ, и Мич остается твоим. А, вот мне как раз Олег написал, что, мол, типа, отвалилось, да? То есть, может, и раскопали, к слову. Поэтому... Тьфу-тьфу, если честно. A2Z против GKS. GKS выигрывает эту перестрелку. 7-11. И вот на второй половине уже команда Renegades показывает все свои возможные зубы. Да, байраунд для команды Dignitas, но... Опять за Dignitas действительно страшно, да? То есть, в принципе, как Мингот говорил... Что, мол, как-то они цепляются, и... А потом все. А потом сразу они есть такие, ага, то есть Dignitas вот так здесь играет? Ну, давайте будем, типа, контртактику использовать. Действием команды противника. И ведь получается. Вот, и опять 4 плюс 1, но здесь отлетает от вольтажа Нифти уже 3-1 по плантам, точнее, близко к плантам. Люркер в виде GKS, на самом деле, под аплантом, может быть, где-то как-то и смог бы пошуметь, но вообще, по-хорошему, конечно, в его ситуации продавить арку, но у него нет вообще ни единицы информации, что вообще происходит. Он не может.
по большому счету, понять сейчас конкретно, что, возможно, происходит. Вольтажа разводит на выстрел, красиво сыграно, но базоны что-то не чекают, это не заделаются возможные киллы. Человек с бомбой остается последний. Не знаю, зря не зря, но в итоге же кейс последний, и, может быть, будет отлетать. Минута времени, кстати, у ЖКС есть. То бишь, можно еще немножко поразыгрывать в плане, как бы, каких-то оппонентов, но его сразу же зажимают сзади, и в итоге он погибает. Это первый раунд на второй половине для команды Dignitas. Деньги, конечно, у них все еще будут, но все это не так просто. Он в чате пишет, у меня работники ЖКХ, интернет-провод обрубили, когда снег чистили на крыше, так что всякое бывает. Грусть, печаль. Если такое бывает, а такое бывает, потому что бывает все что угодно. У нас на севере города, в новых, опять же, районах, да, то есть город, по сути, расширяется, по большому счету, Санкт-Петербург. И там очень часто, например, копают. И оптоволокно как бы рвется, которое под землей прокладывается в кабель-каналах. Что, если честно, очень грустно. То есть это прям реально очень грустно. Четыре человека на планете, а Team Dignitas смогут угадать. Это может быть очень интересно, и Ренегейт смогут попасть в ловушку. Куда ты полез один? А куда ты полез второй? А теперь вопрос, куда вы вообще полезли все? Ну, правда, ну какой ценой, да? О, нормально, Грим. Ну, прям шикарная плент. Но здесь, на самом деле, то, что людей-то просто очень много было. И команда Ренегейт такая, елки-шмоталки, что же делать? Мы все умерли, нас в капкан просто буквально. Но Грима увидели, да. Но Виджикам все равно погибает, потому что против него стрелялось как бы оппонент. 9-1-1. Цикамбачная, что ли? Ну что ж, 4 чешки плюс глок для господина Нифти. Вот от Олега поступила информация, что да, интернет-провайдер его очень-очень сильно кашляет и будет кашлять, мол, от получаса до часа ближайшего. Поэтому пока без Олежки. В принципе, ничего страшного, но буду очень рад, когда он вернется, конечно. Мич убивает Листила. Так, Мич еще убивает Азера. ЖКС справляется с Гримом. Мич отвечает на Нифти. ЖКМ справляется с Мичом. И команда Ренегейтс опять на апленд. Наваливается и теряет 3 человека из 5. Вот то, что вот ЖКС здесь рокой пристрял, это может быть практически супер важным фрагом в данном раунде, потому что бомба ставится на дефолте, и ситуация боевая 2 на 2, и большие пески занимает ЖКМ, это шикарная же позиция. И ковры еще занимает ЖКС, вторая шикарная же позиция под этот самый дефолт, под эту самую бомбу. Дело в том, что ИТЗ пристреливает ЖКМ, и ЖКС такой, елки-палки, а что же делать? А я остался один, и меня еще и закрывают, но надо жить, то есть надо как бы просто терпеть сейчас. Даже если все это дело закрыто смоком, потому что есть еще второй смок. ЖКС, он начинает простреливать эту позицию, и ТЗ такой, а, так ты там находишься, да? Да я просто возьму и все это дело раздефьюжу. Вот, и попытался на панике ворваться ЖКС, у него не получилось, и ТЗ вообще без дефьюз китов дефьюзит эту бомбу, потому что ему совершенно нормально. В этой ситуации с этим смоком, возможно, стоило бы просто потерпеть. То есть просто на остальных кружках терпеть до конца. Мне в 12 ночи вчера вырвали распределительную коробку с интернетом, пишет человек в чате. Но это моя вторая личность, наверное, была. Нет, знаете, доктор Джекил и мистер Хайд. Распределительная коробка, нет, нам не нужен ваш интернет. Вот это все, да, то есть что-то такое, наверное, должно быть. То есть я не могу просто понять человека, который вырывает распределительную коробку с интернета. Как бы в подъезде, да? Чем он думает и какие у него мысли в этот момент? Что это за акт агрессии, в принципе, да? Как бы к распределительным коробкам непонятно. Вот, к сожалению. То есть мимикрировать-то я, конечно, могу, Орева, да? Но мысли такого человека непонятны, если честно. Ну ладно. Мич. Обновляет смог.
на ребра с зеленочки. Кстати, стоит в упоре. Вот это в упоре, это интересно. Может быть. Вот ребята из команды Regace начинают понимать, слушайте, а что-то вот на планте как-то... Может мы про Б вспомним, а? А то что-то на планте нас так жмакает, что аж прям как-то больно становится. Рока. Меч выигрывает перестрелку с Юстила. Нет. То же самое аплент. Вы сейчас опять умрете. У вас же немножко вот не особо получалось здесь, потому что защита на апленте довольно приятная, в общем, целом. Не понимаю, почему команда Renegades верит в то, что защита команды Team Dignitas слабая на апленте. Не могу понять, почему они так думают. В итоге счет 11-11 и 4 раунда от Team Dignitas. Большинство из которых были похоронены на апленте как раз. Renegades просто на Б неудобно бегать или... Урвот. Такой вопрос. Ну, не очень понятно. Как-то так. Неаккуратно играют, не стратегически. То бишь... О стратегии команда Renegades не думает, видимо, сейчас вообще этим американским вечером. В том плане, да, то есть тактика. То есть не получилось раунд, окей, следующий раунд, да, то есть причем вообще вне мысли о прошлом, абсолютно. Меч. Меч раз, меч два, меч три. Меригольд. Сложный рофил, я понимаю. Под 5 утра сложно, наверное. Поставьте плюс, кто понял, минус, кто не понял. Меч Азейра снимает вольтажа. И Тузет убивает нефти. И в итоге команда Renegades на планте умирает опять. Я не удивлен абсолютно полностью, потому что, ну, ребят, вы совсем с ума сошли? Вы что творите-то вообще? Какого черта происходит, серьезно? Большинство вот этих раундов было как бы с попытками взятия апланта. И здесь как бы это аплант контртеррористов, да, то есть в синий цвет закрашен. Не ходите сюда, ведь нельзя. Не, просто все. Куда-то в другое место сходите. Например. Пустите люркера пода, чтобы как будто вы опять пода, но на самом деле нет. Люркера причем с гранатами. Потратьте гранаты просто на это. Да, это дорого, но что делать? Вы уже раунды начинаете проигрывать, вам нужны какие-то идеи. Но команда Renegades намазана медом на апленте. То есть вы видите, да, что происходит? Вот они. Они около... Все около апланта. Единственный ЖКМ, который топит как бы вот туда. Грим в итоге ЖКС убивает. Это сделано на коврах. Юстила, правда, разменивает на меча. В то же самое время. Здесь уже 2 на 2. То есть спустя 30 тысяч миллиардов раундов, на самом деле, с аплантом может даже получиться по-хорошему. О, бум. Здесь все-таки сам показался Грим. Был неаккуратен. Рок последний. Рок убивает нефти. Уходит с больших песков. Аккуратненько будет играть дальше. Скрывает еще, помимо всего прочего, ковры. Причем, будучи отзоненный молотом, то есть ему максимально неприятно, стрессовая ситуация. Сейчас бы еще ЖКМ на свече поймали, я бы вообще орал просто, серьезно. Ребята забегают, ничего не получается пока что, и ТЗ тоже умирает. И наконец-то, триплкер для Азера, наконец-то для команды Renegades, аплент получается спустя бог его знает сколько раундов подряд. Сейчас еще у Слипа интернет отрубит. Не, у меня интернет в основном нормальный. В плане перепадов, перебоев. Старый фонд на севере города Санкт-Петербурга. Провайдер местный, который держится за клиентов и все такое. И, короче, это все работает вообще бесконечно. Падает, по-моему, раз 10 в год. Ну, то есть я не шучу, типа 5-10 в год в 365 дней, да, то есть 10 раз отвалится, и то я не замечу, наверное. Нефти убивает вольтажа, ну, то есть это слишком мало имеется в виду. Ну, то есть это очень-очень комфортный интернет, практически бесперебойный, грубо говоря.
Вот. И варианты-то какие? GKS забивает грима, здесь мешает Dignitas. Вот теперь Renegades, видите, у них под оплотом начинает получаться, потому что Team Dignitas начинает жмакать. Они открываются, патио не чекает от Феникса. И Ренегады в итоге выигрывают еще этот раунд. Но теперь уже Dignitas начали поджимать. У них нету денег, это 14 для Renegades, соответственно. Ну, потенциально 14, опять же. Произойти может все что угодно, но не верю. Не верю! Вот. И... Ну, так а что и? А все. В принципе, все сказано. В целом. Team Dignitas уже ошиблись то, что стали сами поджимать. Опять оплант укрепляется, потому что... Они все еще думают... Ну, понятно, что с пистолетами, но они все еще думают, что, например, сюда пойдет оппонент, потому что Renegades постоянно ходят под А. А теперь они внезапно такие, опа, и бомба под бананом находится. Вот так, да. То есть эти раунды нужны были, на самом деле, не в таких легких раундах, потому что здесь-то, что, ты просто пистолетчиков убиваешь, теряешь двоих, выживаете втроем, побеждаете в раунде. Очевидно, ну, статистически очевидно имеется в виду. А то сейчас они аккуратненько пойдут на Б, а там вольтаж... Здесь вообще, скорее всего, вообще никаких дуэлей не будет, потому что GKS единственный юркер, который здесь находится. Кстати говоря, позиция у него какая-то вообще неприятная. То есть он не закрывается вообще нигде никак. Мне вообще не нравится. Окей. Слишком много слова вообще сейчас было произнесено, но... Anyway. Так вот. На бета идем, а то здесь уже перетек от Dignitas. Пока вы думали... Нормально, сейчас еще похоронят всех. Нет, не похоронят, не, вроде не похоронил. Что-то АЗР там расстрелялся. Тра-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та. Вот это все, бомба будет поставлена. Мич с гримом остается вдвоем. Только лишь Мич, окей. И вот он с хелпы Б такой, с P250. Он сейчас в голову кого-нибудь даст и отъедет. Нет, не даст, но отъедет. Вот у них 14 раунд, будет бай команда Dignitas. Человек в чате что-то, видимо, не особо понял, что такое старый фонд на севере города. Ну, в смысле, дома типа 70-80-х годов, конечно. То есть понятно, что на Василеостровском, например, есть, естественно, дома очень сильно старше. Но я имею в виду те, которые не новые, но советские все. Девятиэтажки. Наши родные девятиэтажки, вот эти все, в спальных районах. Это вот мое все великолепие. Да, и здесь интернет. Они, конечно, разные бывают, но почему-то в моем доме с интернетом, слава богу, все очень хорошо. На местном провайдере. Поэтому к грандам как бы я не переподключаюсь, потому что у грандов слишком много, слишком большая клиентская база, да, получается, и ну, неприятно просто. То есть будет, если какие-то проблемы, просто неприятно. А местный провайдер, ему нужно выживать, и поэтому он как бы к каждому клиенту относится достаточно хорошо, потому что иначе как бы не получится просто банально. Вот, работать, я имею в виду, и зарабатывать на этом деньги. Да, ну да ладно, не то чтобы особо о том, в целом. Вестило, бывает это, да? Вольт уже перестреливает вестило, ЖКМ... В размене по вольту уже на Б-планете нету никого. Сейф остаточных девайсов для меча и грима, потому что денег нет и не будет. Там 0,50 баксов, даже на два гамбургера нормальных не хватит, скорее всего. Здесь каких-нибудь вкусных... Хотя нет, хватит, конечно, я так шутрирую совсем. И выход на 15-й, да, выход на маппоинт для команды Renegades сейчас здесь. Лучшим фрагстатером является ЖКС. Вторым лучшим фрагстатером в команде Renegades ЖКМ. Double J, то самое, да, про которое я говорил. Оно вот все раскрывается все больше и больше. Я надеюсь, команда Renegades понимает, как это у них работает. Потому что если уж я как комментатор, даже не аналитик, к слову, потому что я в основном не аналитик. Хотя люблю немножко пораскинуть мозгами о том, о сём, в разных как бы ипостасях и так далее, и так далее. Ну, вы в курсе. Курочка, кстати говоря, милая такая. Вот. Но в любом случае, надеюсь, команда Renegades понимает, что вот эта пара у них, она в связке может быть действительно довольно сильной. Ну и команда Dignitas. Бай на все, что есть. Это два ФАМАСа, перекиды на все, что есть. Да, два ФАМАСа, МК, АВП, Дигл. Кстати говоря, не так и плохо. Фомасик вообще приятный агрегат, хотя спрей лично для меня
дикость какая-то, то есть что-то прям очень тяжело. То есть, в смысле, я имею в виду реально как-то очень тяжело. И бывает и тяжелее, конечно, но в любом случае. Меч убивает Юстила. И 4 в 4, бывает ситуация. Опять медом намазано на планете для команды Ренегейтс. Будут они пытаться что-то с этим делать. Забег-то будет на плент или что? А то я сейчас третью октаву поднимусь, пока это время пройдет. Чеки, забивай троку. ЖКМ, меч. Минус, соответственно. На плентик аккуратненько открытый. Никого нет. Ну, боритесь до конца, что-то два ФАМАСа осталось. Вариантов особо нет. Надо вольт уже, конечно, подождать. Для A2Z особо вариантов нет. До фишки-то, правда, есть. Молотов, кстати говоря, есть. Две флешки есть. Но против... То есть ситуация, да? Четыре террориста на пленте, хотя они довольно подвижны, ясно, понятно. Это Z последний, как говорит, до свидания. Хотя это Z такой ответил и с ножом. Опа! Эх, ты такой красавчик, который бегает с ножом. Это прям вот это лучший вариант вообще, который только может, мне кажется, быть в этой жизни. По крайней мере, на мой личный взгляд. Я такого никогда вообще не видел и надеюсь...